Всем привет! Сегодня у нас 20 июля. Начинает поспевать вот такой оригинальный и эксклюзивный сорт черного абрикоса Черный Принц. Это гибрид сливы, алычи и абрикоса. Интересный сорт, хорошо плодоносит, плоды вот такие крупные, получается поздний. У меня уже абрикос никаких как бы нету с моих сортов. А это вот такой черненький висит. Интересненький сорт. Такие вот плоды на нем. В этом году зима была такая теплая у нас. А потом в начале весны ударили морозы до 20, до 22. Есть абрикосы, которые вообще не плодоносили вообще. А этот как цвел, я снимал видео весной по этому сорту, как он цвел хорошо. Ну так он в принципе и завязал урожай неплохо. Вот такие вот красивые плоды висят. Он тоже только-только начинает поспевать. Некоторые плоды уже я пробовал мягкие, некоторые еще зеленые. То есть он, я думаю, будет до 1 августа. Можно будет его по чуть-чуть дергать с дерева. Вот такие. И кушать. Интересный сорт. О. Многие мне говорили, что он не сильно крупный. Я бы не сказал, что он не крупный. И говорили, что он как бы не урожайный. Но вот у меня вот, вот такая урожайность. Да, первые года было по чуть-чуть. Но он успел чуть-чуть. Ну, в этом году вот такой вот у него. Вот так вот ветки. Такой урожай тянет. Очень шикарный урожай. Надо его, конечно, кушать именно спелым. Выспевшие плоды, чтобы были. Потому что зеленоватые, они не набирают того аромата, не раскрывают своего вкуса, как спелые, полностью спелые. Они, дело в том, что когда спелые, могут падать. Могут опадать. То есть они на дереве, когда поспевают, плохо держатся. Если ветер, они могут сыпаться. Но на вкус они очень хорошие. Именно в спелом, зрелом состоянии. Вот такой вот сорт. Сейчас я с другой стороны обойду. Вот так вот он висит. Такие черненькие. Просто боюсь, чтобы он не сыпался. Когда поспеет, чтобы снять именно, какая у него висит урожайность изначально до сбора урожая. Вот такие вот полностью спелые уже вот такого цвета, фиолетово-черного. Вот загрузочка какая на нем. Дерево небольшое, получается, без одногодних, однолетних вот этих приростов, оно у меня по пузо, наверное. 1,20 м. То есть я его растянул, чтоб не лазить. А этот прирост, по-моему, на продажу пойдет. И в следующем году оно будет такое же самое. То есть я его вверх не хочу поднимать, чтобы оно было здоровое. Хочу, чтобы все было на уровне глаз. Максимум. Весь урожай, чтобы не лазить по лестницам, по всем. Так, давайте сейчас сорвем его, сважим. Сейчас держится крепко, но он еще не доспел до конца. Он спел, у него мякоть такая красная-красная. Сейчас туда обойдем. Плоды какие вообще. Интересный такой плод один. Не, ну мягенький уже, мягенький. Так, сейчас я нарву и сважу. Так, вот я сорвал вот такие плоды. Такой имеет вид. Вот в руке сейчас покажу, какие они вот черные, какой размер у них. Снизу еще, может, чуть-чуть не окрасились, что они только-только начали. Вот в руке абрикос Черный Принц, гибрид алычи, сливы и абрикоса. Сорт вкусный при полном поспевании. Вот сейчас сважим его, посмотрим, что оно по весу. 75 грамм, отличный вес.
87 грамм. Ну, вот вес, видите, какой при хорошей загрузке. Вот в большой, наверное, самый. 105 грамм. Ну, вот добился я размера 105 грамм. Черный принц. 106 даже. Отличный. Отлично просто. В том году были чуть-чуть поменьше. 100 грамм. Мне кажется, что заявленные у него характеристики были чуть-чуть поменьше. Я вот не помню, сейчас не буду говорить. 90 грамм, 100 грамм. Поменьше возьмем. У меня в том году были где-то вот такого размера, наверное, они. 72 грамма. 60 грамм. Значит, такие вот шикарные плоды. Такие. Вообще класс. То есть заказывайте все черенки. Черенков, правда, не сильно много. Ну, будет у вас вот такой тоже сорт красивый расти в саду. Зимы переносит нормально. То есть плодоносит не первый год, это третий или четвертый год. Тут не помню уже. Плодоношение, то нормально, отлично. Чем дерево больше вступает в силу, то есть тем крупнее плоды и лучше, круче урожай у него. Так, сейчас же разрезать надо. И посмотреть, какая у него мякоть и вкус. Так, вот разрезал. Вот такая вот красивая, ярко-горячая мякоть у него. Если плоды еще повисят дней 5, у него мякоть будет, можно сказать, красная. Вот такая, как вот, вот тут. Вот. Косточка полуотделяется. Вот на этом плоде полуотделилась. Сейчас попробуем на вкус. Такая красивая мякоть у него. А ну где резкость? Такая вот. Видно, что она сочная. Сейчас попробуем. Вкус классный. Шкурочка с легенькой кислиночкой. Сладкий. Ароматный. Слышно и абрикос аромат. И непонятно, сливы или аучи. Вот что-то такое. Вкус такой интересный. Необычный. Необычный. Так что всем советую его посадить. Я думаю, что вы будете довольны. И удивить и друзей, и садоводов своим видом, ну и вкусом. И еще очень интересно, что он поздний. То есть, как бы, уже абрикос нету, уже все поели. А это такая эксклюзивная. Кто не приходит, а меня не видит, говорят, ух ты, а что это, слива такая? Я говорю, да не, это абрикос, говорю, гибрид абрикоса. Черный принц. Ой, я такой хочу. Ну, говорю, бери веточки, колеруй, будет у тебя такой. Так что такой интересный, замечательный сорт. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте на канал. Буду снимать много видео, сортов в моей коллекции очень много. То есть и пополняю коллекцию сортами. Мне это очень интересно, это мое хобби. То есть и кому интересны сорта, можете заказывать черенки, колеровать у себя в саду. И будете тоже с интересными сортами. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.